Ремонт в помещении будущей дополнительной группы 16-го детского сада начался 5 июля. Пришлось сделать стяжку полов, заменить старые оконные блоки на современные пластиковые. В новой группе полностью заменена электропроводка и пожарная сигнализация. Сейчас, как всем известно, очень большая очередность в детские сады. А так как у нас есть помещение свободное, и мы решили, то есть вот как бы обговорив все это, решили открыть дополнительную группу. И на это администрация города нам выделила 2 миллиона 900 тысяч. На эти деньги мы вот сделали группу, поменяли отопление полностью, приобрели мебель, освещение новое нам сделали, сантехнику новую нам поменяли. И мы вот приняли 25 детей. Бывшее спальное помещение детского сада номер 16 после капитального ремонта превратилось в уютную светлую группу. Для детей здесь созданы все условия. Современная санитарная комната, уютный зал для игр и занятий. Для того, чтобы дети могли полноценно проводить сончас, были приобретены ортопедические кровати-раскладушки. Мне в детском саду нравится. Какие буквы ты знаешь? Твердый знак. Г. Куклы есть. Алина, которая еще набирается. Второй – Катя. А вот третий – маленькой. Это будет Аленушка. А вот четвертый – маленькой. Драса. Вот такие металлы. К Новому году жители города ждут открытия в третьем микрорайоне нового детского сада на 110 мест. В планах городских властей построить рядом еще один. Точно такой же. Работа в этом направлении уже ведется. Лариса Черкасова, Александр Иванов, Ленинск ТВ.